Днем 12 мая в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Николая Руднева в Туле столкнулись трамвай и фургон с кондитерскими изделиями. В результате ДТП никто не пострадал, но пришлось полностью остановить движение трамваев в обе стороны. На момент публикации новости участники происшествия ждали сотрудников ДПС. По предварительным данным, причиной столкновения стало то, что во время езды водитель микроавтобуса отвлекся на мобильный телефон.